Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль из Китая. Вот здесь какие-то коробочки. Так, сайт GearBest. Именно на нем был сделан заказ. И здесь вот такая игрушка. Funny Game. Коробка вся помятая. Футболили ее сюда на протяжении 4 недель. Ну, вот такая вот игрушка. Здесь, я так понимаю, сюда всовываются эти мячи. Стоимость уже не помню, сколько платил за нее. Добиралась сюда 4 недели. Ссылку приложу в описании, заодно и картинки к видео прикреплю. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.